Всем Всем привет, дорогие привет, наши друзья и зрители зрители нашего нашего канала канала ASMR ASMR Russia. Russia. Да. Да-да, дорогие, вам не послышалось. Вы не ошиблись. И мы не оговорились. Именно ASMR Russia. Вот ASMR Настеньке Russia. Пришла такая идея сняться всем дружно на нашем канале ASMR Russia. Детки как бы захотели. Папа, да. Сильно-сильно. А папа приготовил домашние хот-доги. Поэтому вуаля, мы снимаем всей нашей семьей, ну ладно, почти всей нашей семьей ASMR Russia. Да, кстати, кто не знает, у нас есть второй канал Step Family, ссылка в описании под видео, и там мы снимаем наши семейные мукбанги всегда в полном составе, поэтому переходите, смотрите. Я сегодня приготовил вот такие хот-доги у себя, я сделал... Обалденно. Всем полил просто кетчуп, но для себя я полил красным, этим острым чили кетчупом. Я не все вытащила, логотиски. Да, съедай прям с ними. Вкусно как. Есть майонез, листик салата, помидорки, сосиска. Огурчики соленые. Сосиска. Ну, конечно, как же без нее-то. И сыр. Сосиска. Сыр, слышь, кетчуп нет, даже. Нет, говорите. Вот мясо. Очень сочный, очень вкусный. Папа, помоги ему держать правильно. Двумя руками. Он вот уже начинает перекашивать его. Ладно. Вкусно. Ну что, булка такая рассыпается. Какая есть? Это вот эти американские булочки, да? Да. Паш, смотри, у тебя тут. У меня кофе с молоком. У меня. У меня тоже кофе с молоком. У нас вообще сегодня ужин. Папашка. Так называемый. Это наш ужин. Большой семейный ужин. Хотя большим, конечно, назвать его сложновато. Но так оно и есть. Это вот эти американские булочки, которые продаются в упаковке по 4 штуки. Вообще я хотел купить большие. Большущие такие русские булки для хот-догов. Прям... Не было. Ну да, увы, их не было. Пришлось брать вот эти маленькие. Будешь чем? Да. Ну они, в принципе, даже неплохие. Попробуй. Что мне кажется, сверху он уже остыл, чаек твой. Да, сверху остыл, снизу горячий. Нет. У меня довольно остренький хот-дог. Положи. А пусть стоит вот здесь. Ну, как многим... Нашим зрителям известно, я очень люблю острую пищу. Подписывайтесь на мамин инстаграм. Ну, и на мой лайк. А твой лайк? Только ссылок на лайк да. Нету. Ищите сами. Ну, дошли я там. Баба. А мы не показывали, как я футбол играл. Покажем, не волнуйся. Когда? Когда-нибудь. Что, детки, вкусно? А сейчас. И вкусно. Покажем, да? Пап, давай. Ой, это... Покажем сейчас. Леша, где ты рядом? Сейчас. Это мыло. Павлик, доедим. И пойдем показывать. Ой, бочка отпала. Начинаю ее кушать по частям. Ну сюда вот ставь рядышком. Вот сюда. Я сейчас вернусь. Тут с нами рядышком Леша. Тосик. Он начал приставать ко всяким пакетикам. Настя решила вмешаться. Леша у нас любит все такое шуршащее, манящее. Очень привлекательные пакетики. Шур-шур-шур. Что, она что, развалилась? Нет, справляется? Его тут развалилась булочка. Вообще, я считаю, что Паша молодец. Аккуратно. Для своих лет он весьма неплохо справляется с хот-догом. Булочка просто, она в духовке немножко вот так... Подсушилась? Подсушилась, да. Ну, вообще, она такая должна быть изначально. Она не должна быть мягкая, она должна быть хрустящей.
Так же, как и булочка для бургеров. Мы, кстати, вы заметили, да, мы что-то как-то зачастили. Вот бургеры, хот-доги. Ну, домашние вот тоже. Это неплохо. Не торопись, моя хорошая. Домашние. Напишите в комментариях, как вам вообще Настина вот идея сняться, она с Самуэли всей семьей. А нас есть. Вообще это получается первый раз. Даша все переживает, что нас заблокируют. Да. Она просто помнит тот случай, когда да, нас действительно наши видео некоторые поудаляли. И мы там снимались немножко в другом формате. Да, мы акцент замерли. Был на губах, поэтому мы не знали. Нас, ну, сейчас нас мы... предупредили. Нас предупредили, да, что так вот нельзя больше снимать в таком формате детей. Мы не снимаем. Но это был последний раз. Вообще, по-хорошему, у нас есть формат, где мы снимаемся всей семьей. Ну вот решили попробовать просто разок. Вот напишите, что вы об этом думаете. Ой. Кажется, у меня сломалось. Но ты ешь по половинке? Ну, вот это было. Или как? Да, начинай вот, есть за, частями. За низ держи. Так это делает сейчас Павлик. За просто... низ держи, за низ. Да не получится. Просто кушай его частями, как можешь. Фу, там, о, ты такой беленькая. Майонез, да? Сырок, майонез. Перебеленными яйцами. Ммм. Смотрите, куда Лёша уползает. Вон, все, пошел гулять. Он далеко не уползает. Мы неинтересно. Где-то рядом. Неинтересно ему с нами совершенно. Ему нравится там сходить, сползать, вернее. Сползать туда, где он еще не был один. Вкусно. Да? А, угу. Ой, вообще вкусно. Это Паша чай вообще не пьет? Пьет? Пьет. Не идеальный, конечно, ужин. Не знаю. Почему это? Нормальный. Даша очень хотела. Для детей это, конечно, нормальный. Мы же вообще такое очень редко едим. Ну, да. Согласен. Поэтому я думаю, тем более, если домашний, нужно себя побаловать где-то. Немножко. Вы заметили, что мы все одеты в одинаковые футболочки, одинаковые штанишки? Мама, как обычно, без бюстгальтера. Надо сделать, может быть, футболки с нашей символикой. Можно, кстати, на заказ сделать. Да? Это кружки полные. Можно с логотипом канала, да, сделать? Даша, а ты накушалась, дорогая моя? Нет. Я просто смотрю, ты уже как бы начала... Мне неудобно, потому что там а крошки на то. Ну как, ты же накрошила. Вот Алёша захотел с вами поздороваться. Говорить, тоже хочу. Слушай, немножко поучаствовать, чтобы была полноценная семья. Я думал раньше, что Даша у нас среди нас такая самая обжорка, да, как бы вот выразиться. Но вы заметьте, мы уже все свои хот-доги съели. А Даша еще нет. Даша сегодня тщательно пережевывает, наверное, да? Не торопится. Даша сегодня решила просто маму побаловать, получается. Маму побаловать. Ну, порадовать. Пусть не торопится. Порадовать, не попало. Порадовать своим поведением. Она просто растягивает это удовольствие, пускай кушает. Да? Ну да. Павлик, Леша, скажи мне честно, если были бы у нас еще хот-доги, ты бы скушал еще? Нет. Вот за что мне нравится Павлик, то что вот он съел один, да, ему в принципе, вот он наедается, когда он даже может съесть половину, сказать, я накушался, подожди, Павлик, подожди, посиди чуть-чуть, сказать, я накушался, все, я не хочу больше, и он не будет есть.
как бы. А есть же такие люди, да, которые вот они не могут остановиться, пока вот стол не опустеет. Это же переедание называется. Так, не надо стол двигать. Ты покидаешь нас? Павлик. Даже ну, прощайся с зрителями АСМР. Спасибо, да. Еще пока. Все, Павлик. Возможно, Павлик не больше не появится на нашем канале. Я не знаю. Но вы всегда можете его увидеть на нашем втором канале Step Family. Мы сейчас покажем этот канал на Step Family. Похоже. Да. Это у нас... Похоже, как-то растерзание хот-дога, да? Mm-hmm. Даша его растерзала. И поедает. Ой. У нас наконец-то... Ну как наконец? Я бы, конечно, не стал бы утверждать, что прямо вот мы ждали этого... Ну, у нас начались наконец-то морозы. Как-то было у нас до этого как-то аномально тепло до этого вообще. Чрезмерно, да, потому что по ночам минус 15-17, это для нас как-то ну, а неестественно. Знаешь, что, папа, вот у нас в спальне, где я сплю с мамой, мама делала очень плохо, и мне очень холодно ночью, прямо дрожу очень сильно. Вот, и как это называется, и когда я просыпаюсь... Мне хочется куда-то сходить сразу прямо по полу. Да, холодно. Очень сейчас холодно. У нас по ночам уже приближается мороз ближе к 30, там 27, уже 28 градусов минус. Холодно, да, холодно становится. Мороз. Но днем падает где-то до минус 20 примерно. Ну, как бы нормально. Когда нету ветра, в принципе, хорошо. Угу. Для нас тепло даже. А вот когда ветер пронизывающий, северный, вот тут уже никуда не спрятаться. Ну, что, ну? Сегодня было холодно, да? Да, сегодня было очень холодно. Щеки морозило. Сегодня, да, даже машина наша замерзла на улице. Ехать не хотела. Не хотела, да, там ехать. Сломалась как будто. Ну, нормально, все обошлось, обошлось в этот раз. Обошлось. Но в такие морозы мы, конечно, стараемся на улице машину не держать. У нас есть для этого гараж. Да. Где, конечно, потеплее, чем на улице. И это очень хорошо. Я вот, кстати, сегодня машину помыл. Вот если бы у нас не было бы гаража, вот серьезно, потому что я знаю, когда вот машины моют на автомойках, и вот ну негде поставить машину в тепло, да, просушить, то на утро ты можешь просто двери не открыть. Они, водичка наша там между да. резинок, она просто перемерзнет к твоей машине. Машина просто промерзнет насквозь за ночь. И она примерзнет просто, и ты поутру можешь просто не открыть свою машину. Понятно. Такое уже было один раз с дядей Егором. А-а-а. Да и с дядей Колей было. Они новую машинку купили? Нет. Они ее там как-то отогревали там теплой водой или как, я не знаю. Они, короче, с горем пополам, короче, они еле как открывали эту дверь. А потом уже искали теплый гараж, чтобы ее можно было туда загнать, чтобы ее чуть-чуть отогреть, раскрыть дверь и просушить ее. Такое уже было неоднократно. Я-то знаю, что так нельзя делать. А у тебя не было еще такого? Не, ну я знаю, что так нельзя делать, мыть машину. Лучше тогда вообще ее не мыть, если тебе некуда ее поставить, просушить зимой. Что морозы у нас лучше с грязной. Не, ну серьезно, лучше с грязной, чем ты потом поутру просто не сможешь открыть свою машину. Ну что, ты скушала? Да. Свой. Очень вкусно было. Вкусный, многомучительный хот-дог. Ух ты. Тут зазвонил телефон. Мой. Кто говорит? Непонятно кто. Ну что, дорогие наши зрители, я не знаю, конечно, что у нас из этого получилось. Давай. Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Ну, я думаю, в следующих видосиках мы вернемся к своему прежнему формату, где мы будем сниматься именно вдвоем с Настей. Потому что мне так больше нравится. Ну, у нас есть хорошо. Второй канал, где мы вот где мы снимаемся все вместе. Step Family. Да. Ну что, дорогие наши друзья,
До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.